Аве, кодер. Мерцающий курсор на пустой строке приглашает тебя попробовать вновь. Ты закрываешь глаза, и что ты представляешь? Ты представляешь ту идею, которая заставила тебя заниматься этим вновь и вновь. Возможно, вставая каждое утро, пусть даже серое и промозглое, пусть холодная рутина медленно поглощала тебя, как вечерняя дымка поглощает этот серый город. Пусть так, но пока в тебе ютилась надежда однажды, когда-нибудь, суметь попробовать, попытаться понять, как устроен этот мир, где у одних получается, а у других нет, были силы двигаться вперед. Но ты морщишься вновь. Ошибки, чувство, что ты недостаточно знаешь и умеешь, что ты где-то там, в самом начале, а впереди еще так много всего. Как все это понять? Как во всем этом разобраться? Кто все эти сверхлюди, пишущие код, меняющие их жизнь и жизни других людей? Но вспомни детство. Искреннее удивление, как из кубиков, сложенных вместе, внезапно получался целый дом. Красивый дом с покатой крышей. Ты забываешь, что когда-то для тебя все это было такой же магией. Также отсутствовало понимание, как все это работает, но разве оно перестало вызывать твой искренний интерес? Разве сотни падений во времена первых шагов заставили тебя отказаться от того, чтобы однажды встать и пойти? Вспомни любой другой сценарий, когда что-то, что казалось поначалу невообразимым и даже невозможным, однажды стало достижимым, благодаря твоему труду, упорству и таланту, и ты смеешь думать, что ты еще чего-то не можешь? Да как ты можешь давать своей лени или своему страху победить, когда ты знаешь, что можешь все? Какое право ты имеешь на то, чтобы сдаться, когда история раз за разом доказывает, что именно те, кто не сдается, поднимаются после каждого очередного падения или отката назад, именно они добиваются в итоге всего и даже большего? Посмотри на вещи перед тобой. Закрой глаза и представь снаружи то здание, внутри которого ты сейчас находишься. Что заставляет тебя думать, что люди, его спроектировавшие и построившие, были чем-то лучше тебя? Мы все одного вида, и у нас у всех такие же мозги. Разница лишь в умении ими пользоваться. И если бы те ребята пасовали перед трудностями, то вряд ли бы это здание было вообще построено. Как можешь ты сомневаться в себе, когда именно сейчас величайшее время, чтобы быть живыми, и когда столько всего интересного происходит вокруг? Просто вдумайся на секунду. Ты можешь скачать и установить язык программирования или фреймворк, а затем при помощи его ты можешь создать что-то, что потенциально может заработать миллионы. Ты думаешь, это не так? Тебе что, разве недостаточно примеров из новостей? Ты можешь написать программу, способную объединять людей. Ты можешь создать алгоритм, помогающий пожарным спасать жизни, врачам своевременно выявлять раковые опухоли. Практически все профессии мира сейчас нуждаются в хорошем коде. Анализ повреждений, учет расходов, черт, ты можешь даже заставить электроприборы заказывать для самих себя запчасти. И все, что тебе мешает, это твои долбанные сомнения. Тебе что, 13? Ты хочешь стать кем-то? Ты хочешь стать
кем ты хочешь стать или хочешь оставаться на дне своих сомнений. Помни, начнешь сомневаться в одном, уже не будет уверенности ни в чем. За этим мерцающим курсором, который ты так боишься сдвинуть, находится целый мир. Твой новый мир и решение, каким он должен быть, будет лишь твое и только твое. Не относись к этому слишком серьезно. Давай как в детстве, ставь кубик на кубик и посмотрим, сколько там осталось до твоего дома с покатой крышей. И вот ты открываешь глаза, перед тобой ухмыляющийся мерцающий курсор. Ты вздыхаешь и кладешь руки на клавиатуру. Ты начинаешь творить, и пусть ничто тебя на этот раз не остановит. И ничто в этом мире на этот раз не способно тебя остановить.